День без СМС, звонков и интернета. В первую пятницу весны отмечают День выключенных гаджетов. В этот день все участники акции полностью откажутся от использования смартфонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров. Можно навестить друзей, поиграть в настольные игры или провести время на свежем воздухе. Мы узнали у жителей Югры, как часто они используют смартфоны и смогут ли продержаться 24 часа без гаджетов. Пользуюсь им часто, но все равно я постоянно отрываюсь, так или иначе, на разговоры, на еще что-нибудь. Ну, дома бывает, устаю от компьютера, и поэтому не беру телефон, просто чтобы отдохнуть, просто чтобы глаза отдохнули, читаю. У нас бывали, отключали интернет, я вообще не брала ни один гаджет. Как часто не использую? Да. Такого не бывает. Всегда использую. Ну, когда сплю только. Особенно, когда там какие-то праздники происходят, ну, застолье, день рождения, да, там получается, сидишь за столом, а у тебя, получается, гости все в телефонах сидят. Как бы вот это как бы неприятно. 5 числа, скорее всего, уже нет. Ну, уже все, погружаюсь в рабочий ритм, и без этого никак не получится. Запросто. Конечно. Была такая практика? Нет, еще. Не было такой практики. Вот, конечно, плохо это. Мы уже как под молодежь, хоть пенсионеры, но все равно пользуемся интернетом.